членистоногое, живущее в морях уже больше 300 миллионов лет, опрокинулся во время отлива и не может перевернуться. Скоро он станет частью ужина мангровых обитателей. Это деликатес, который достается им очень редко. Позже вечером бородатая свинья, как и рак-отшельник, почистит мангровые пляжи. Возможно, кто-то из них найдет вкусного опрокинутого мечехвоста и полакомится им. Макаки и крабоеды тоже рыщут по пляжу на закате. В мангровых лесах им всегда есть чем перекусить. Именно они нашли мечехвоста. Иерархия предполагает строгий порядок трапезы, и первыми едят главные самки. Детенышам придется довольствоваться остатками. Мангровые леса – это временный дом для макак и мечехвостов, бородатых свиней, крабов-привидений и рыб, обезьян, птиц и насекомых. Это уникальная экосистема, поражающая богатством биологического разнообразия. Существование мангровых лесов, этих волшебных зарослей, зависящих от лунного цикла, крайне важно для бесчисленных существ, которые адаптировались к приливам и отливам. И так каждый вечер, пока не придет прилив, и вода снова не поднимется. Обитатели мангровых лесов будто смотрят в небо и благодарят Луну за ее великодушное и созидательное влияние на эти странные загадочные джунгли. Программа озвучена по заказу студии.